Обновят партийные ряды. Партия «Единая Россия» запустила новый сезон кадрового проекта «Политстартап». Как говорят депутаты, этот проект будет интересен тем, кто хочет свою жизнь связать с политикой. Наставники расскажут о работе депутатов, политтехнологов и политических авторов. Чтобы пройти отборочный тур, участник должен подходить по двум важным условиям проекта. Во-первых, это возраст от 18 до 35 лет. Во-вторых, отсутствие членства в других политических партиях. После отбора таких ребят мы планируем обучение. Это будет и ряд лекций, очных занятий, также онлайн-лекции. И участникам будут определены наставники на региональном уровне, которые будут сопровождать в рамках избирательной кампании предварительного голосования участников проекта. Некоторые имена наставников уже определены. Среди них видные политические фигуры региона, в том числе Владимир Киселев, председатель Заксобрания области и секретарь реготделения «Единой России», Вячеслав Картухин, зампредседателя Заксобрания области, а также победитель первого сезона проекта «Политстартап» Александр Захаров. Молодой человек участвовал в проекте в 2018 году, а уже в 2019 попал в Совет народных депутатов города Владимира по 17-му одномандатному округу. Готовят организаторы для победителей проекта и встречу с председателем партии «Единая Россия». Дмитрий Анатольевич Медведев, председатель партии, изъявил желание встретиться по итогам вот этого конкурса, этого проекта, также с участниками проекта «Политстартап», и, возможно, и он станет для кого-то наставником. Кадровый проект «Политстартап» был запущен в России в 2018-м. За 2 года в нем приняло участие более 6500 активных молодых людей. Регистрация на новый сезон началась 13 февраля, и на сегодняшний момент заявку на участие подали 20 владимирцев. Это хорошее начало, говорят в партии. Кстати, в области существует еще один кадровый проект – «Кадровый резерв команды настоящего и будущего». На этом проекте тоже воспитываются молодые политики и управленцы, которые готовы работать на благо региона. Целью этого проекта стало сформирование команды высокоэффективных управленцев, которые достойно бы справлялись с теми задачами, которые ставят сейчас перед нами Владимир Владимирович Путин, наш президент, и руководство партии «Единая Россия». Это задача прорыва во всех социально-экономических сферах развития страны. Ну и, конечно, реализация национальных проектов в субъектах Российской Федерации. Заявки на участие в проекте принимаются с 13 февраля по 5 мая 2020. Как говорят организаторы, «Политстартап» – прекрасная возможность испытать себя в политике и научиться управленчеству у ведущих политологов и спикеров. Екатерина Корнилова, Дмитрий Новиков, 6 канал.